Знаете, есть существа, которые не выбирают свои имена, им дают имена хозяева. У нас просто традиция есть, мы пристраиваем. Это еще раз напомню. Сёма. То есть это мальчик. Сёма. Вот мы таких вот мальчиков, таких девочек пристраиваем зрителям нашим. Вот. Какой хорошенький. Если вам придет в голову, что его можно назвать как-то иначе, у нас есть традиция такая, что гости могут как-то переименовать. У вас была кошка, да? Да. Мальчик, девочка? Девочка. Рыженькая была. Значит, ее имя точно Семе не подойдет. Он, по-моему, собирается с вами. Оп! Осторожно. Познакомиться. Познакомиться. А, так. Он пить хочет. Вряд ли он пьет кофе. Все равно придет. Он пьет кофе, потому что там кофе со сливками. Так, значит, вы всегда были грыуно. Папу своего, я так правильно понимаю, что не видели? Нет, мы жили отдельно с мамой, с моей в Москве. Угу. Пока мама училась в ВГИКе, мы жили в общежитии при ВГИКе. Угу. После стали уже снимать квартиру, я начала работать. Угу. И как-то, в общем, так потихонечку пошло. Угу. Жизнь, работа вместе с мамой. Вам понравилось сниматься прям вот с самых молодых ногтей, то есть ребенком уже? Вы полюбили это дело? Я думаю, что первый раз я осознала, что кино — это работа. Скорее всего, работая с Владимиром Александровичем Грамматиковым в фильме «Маленькая принцесса», потому что это был действительно уже большой проект, роль. Фильм исторический, костюмный, экспедиция. И партнеры у нас. А сколько лет вам было? Мне было 97-й год. Сейчас мы посчитаем. Мне было с 87-го 10 лет получается. Не было еще 10, да. Однако, вы же ноябрьская. Ноябрьская, да. Вот, так что вот это, наверное, был первый момент, когда я поняла, что кино. А вы на съемки с мамой поехали? Да, с мамой. Я с мамой ездила до 15 лет на съемки. А после 15 уже без мамы? Да, после 15 уже как-то все. А, то есть вы ранее такая? Да. Ну, то есть себя почувствовали. Комфортно? Да, абсолютно. Ну, а как вот, вот в профессии на самом деле? Я часто разговариваю с кинематографистами, спрашиваю, про маленьких, про детей, когда еще непонятно, кто кем будет. Желают ли они, чтобы пошли по их стопам в эту отрасль? И, как правило, родители девочек говорят, что не хотели бы, чтобы их дочери шли в актрисы. Ну, я их понимаю. Да? Я их понимаю. Это, конечно, сложно, но это как-то закаливает, что ли. Да? Потому что вокруг тебя всегда большое количество взрослых людей. Так. И никаких скидок на то, что ты там еще учишься в школе там, или не учился на актера. То есть ты все время должен соответствовать. И у меня партнеры были Люпшин, Демидова, Исулович. То есть люди, с которыми в одном кадре находиться волнительно, мягко говоря. Причем с Люпшиным, по-моему, у вас там даже какая-то была романтическая история. Да, да, вот, история не жизни, любви. Я имею в виду. Да, а в кино. Совершенно верно. И история эта была довольно сложно было принято решение, потому что героине моей должно было быть 16-17 лет, первый курс. А вам было 13, Мне было 13, да. То есть так получилось, что всех, кого пробовали, они выглядели старше. А когда я пришла, режиссеру очень понравилось, он говорит, будем пробовать, а кастинг-директор был категорически против, говорит, это же как вообще, 13-летний ребенок, о чем вы говорите? А он говорит, нет, мы все-таки будем делать пробы. И пробы у нас были с Люпшиным, он очень был тоже напряжен по поводу того, что тут происходит, почему, и уже были какие-то свои фаворитки и так далее, но как только мы сняли сцену, котеночек, мусенька. Как только вы сняли сцену? Да, я помню, что вот он ко мне подошел и сказал, что я думаю, что сработаемся. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному.
«Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».